Привет, вы на канале Сисмикс. Ребят, уже поздний вечер, а мы с вами отправляемся в Магнит покупать маленьких героев. У меня есть и электронные, и бумажные наклейки. Но какие же они классные, смотрите. Уже не терпится их открыть и посмотреть, что внутри. Кстати, ребят, в этом видео вас ждет конкурс, но о нем чуть позже. Напомню, игрушку можно купить либо за 10 бумажных наклеек, либо за 40 цифровых. Ну и цена будет разная. Обязательно я соберу для вас всю коллекцию. А, чуть не забыла. Такие игрушки, как Кушак и Киса, можно купить только эксклюзивно. В семейном магните. Ну что, ребят, вот мы и дома. У меня еще есть куча наклеек, которые, кстати, мы и разыграем. И коллекцию всю соберем. Ну и, конечно же, две игрушки. Я для начала выбрала Хлою и Розочку. Но давайте скорее смотреть. По мне так Хлоя очень ленивая и вредная кошка. Но она такая милашка. Ну, смотрим ее скорее. Ой, ну какая пузатая, я не могу. По мне она так самая милаша. Глазки такие. Милота, в общем. Кружечки такие же, как и в прошлой акции. Размерчик тот же. А вот игрушечки стали гораздо меньше. Что такое? Магнит решил на нас экономить, но все равно прикольно жмякаются. Ух ты, даже хвостик есть. Кстати, вы можете посмотреть прошлую акцию Магнит на моем канале. Я уже не раз рассказывала о маленьких героях. Причем это были и бумажные сюрпризы, и оригинальные. Так, ты давай иди в кружечку. Пора Розочке открываться. Здорово, что сейчас в магните и кружки, и пиалки есть. Можно прям наборчик собрать. Так, а сейчас о конкурсе. Я буду разыгрывать буклетики Магнит. С наклейками, конечно. Правила очень простые. Нужно подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк и написать «Я участвую» под конкурсным видео в Инстаграме или ВК. И разыграю я по 2 буклетика и там, и там. Итоги будут уже на следующей неделе. Но торопитесь скорее. Герои уже ждут вас. Розочка из мультфильма «Тролли». Ребят, я про тролли сняла огромное количество видео. И опять-таки, они все на моем канале. Прям наборчик получается. Пиалка очень красивая. Ребят, обязательно посмотрите мою самодельную полочку «Магнит» с маленькими героями. Я почти всех там уже открыла. Розочка настолько очаровательная и мила, что влюбляю в себя с первых минут. Симпатышка. Ну давай, прячься в пиалку. В следующих видео мы откроем новых героев и пополним мою бумажную и оригинальную коллекцию. Ну и итоги конкурса, конечно, подведем. Не забывайте подписываться, ставить лайки и всем пока-пока.